Глава крупнейшей социальной сети Facebook снова извинился за масштабную утечку личных данных пользователей. Об этом говорится в его письменных показаниях Конгрессу США. А сегодня он должен выступить в Сенате лично. Марк Цукерберг признал, что совершил ошибку, не уделив достаточного внимания безопасности информации. Его компания оказалась в центре скандала после того, как газета New York Times выяснила, что британская фирма Cambridge Analytica смогла получить личные данные пользователей и с помощью специального алгоритма рассылала политическую рекламу. Расследование показало, что их почти 90 миллионов.